Кадровые изменения сегодня произошли и в Сером доме. Заместитель губернатора края Ольга Карлова покинула свой пост по собственному желанию. В краевом правительстве она проработала 8 лет. И сегодня же Ольга Карлова назначена на новую должность. Теперь она будет исполнять обязанности ректора Красноярского педагогического университета. Приказ об этом уже подписан в Министерстве образования и науки страны. Планы на будущую работу Ольги Карловой большие. Например, вывести университет на передовые позиции в Сибири и сделать уклон в обучение на психолого-педагогический блок. А в ближайшее время выслушать сотрудников вуза и на основании их предложений сформулировать программу развития университета. Надо войти обязательно в образовательный проект Сколково. Надо войти в целый ряд проектов, найти новые площадки, новых партнеров по диалогу и по работе. Это прежде всего наши выпускники, выпускники вуза.